Министерство транспорта и инфраструктуры Турции обнародовали дату начала авиарейсов между Ереваном и Стамбулом. Об этом передает турецкое агентство Анадолу. Первые рейсы запланированы на 2 февраля текущего года. В сообщении ведомства говорится, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю турецкой авиакомпанией «Пегасус» из аэропорта Сабиха Гёкчен. Армянской авиакомпании «Fly One Armenia» также выдано разрешение на осуществление 3 авиарейсов между Стамбулом и Ереваном. Рейс «Fly One Armenia» приземлится в Стамбульском аэропорту 2 февраля в 19:50 по местному времени, а рейс авиакомпании «Пегасус» в тот же день в 23:35 вылетит из аэропорта Сабиха Гёкчен в Ереван. Напомним, что 14 января спецпредставители Армении и Турции провели в Москве первую встречу в рамках усилий по нормализации отношений. Встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, сообщили Министерство иностранных дел двух стран по итогам переговоров. Стороны договорились продолжать переговоры без предварительных условий, нацеленные на полноценное урегулирование.